Приветствую тебя, дорогой посетитель! Сейчас я нахожусь в США, в штате Орегон. И здесь бушуют лесные пожары. Посмотрите на небо, здесь не туман, это задымление от лесных пожаров. А лесные пожары бушуют на западном побережье США, и тут уже около сотни крупных пожаров. 33 человека погибло, десятки находятся без вести. Пожары произошли в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон и Айдахо. Основными факторами этих массовых пожаров являются длительная сильная засуха, ураганный ветер и возникновение огненных торнадо над охваченными пламенем территориями. С огнем сражаются более 30 тысяч специальных служб на всей территории Соединенных Штатов. И теперь люди используют маски не только для защиты от коронавируса, но и в качестве защиты от задымленного воздуха. Спасибо за просмотр видео. Пожалуйста, оцените это видео лайком или дизлайком. Оставьте свое мнение в комментариях и подпишитесь на канал. Всего вам доброго!